Hello, how are you? I'm fine. What's your name? My name's Oksana Alexandrovna. How old are you? Can you jump? I can jump. Can you swim? I can swim. Окей. Давайте сегодня с вами продолжим. У нас сегодня тема продолжается A Magic Island. Надеюсь, вы помните, что это. A Magic Island — волшебный остров. Вы учили новые слова. Давайте сейчас их вспомним. Так. Итак, вот у нас были новые слова: flowers, music и сезоны, да, времена года. Года: summer, winter, autumn, spring. What's your favorite season? Какое ваше любимое время года? My favorite season is summer. It's hot. Окей. Ну и давайте тогда посмотрим, что у нас дальше. Посмотрите. Let's open our student's book at page 107. Давайте откроем наш учебник на страничке 107. У нас здесь упражнение 3. Who can you see here? Look. Who are they? They are Larry and Lulu. And where are they? Where are they? They are at the Magic Island. Who is she? She is Nanny Shine. And who is he? He's Chuckles. He's Chuckles. Смотрите, Лэри и Лулу приплыли на волшебный остров, да? Magic Island. Nanny Shine и Chuckles с ними. И что-то они там кого-то, похоже, встретили. Кто эти люди? Давайте почитаем, что же с ними приключилось. Я читаю, вы внимательно следите, повторяете, и потом сами будете читать. Итак, one. Wow, this is a magic island. Look at the trees. Look at the flowers. What's that? It's music, of course. Let's go and see. Aloha! Welcome! A party! Great! Let's dance! We're on our summer holiday. We're having lots of fun. We're on our summer holiday. We're playing in the sun. Итак, давайте посмотрим, что же у нас там случилось. Попробуем понять. Wow! Ух ты! This is a magic island. Это волшебный остров. Look. Вспоминайте. Look – это смотри, да? Посмотрите на… Что такое trees? На деревья. Look at the flowers. Посмотрите на… Ну, это вы знаете на что. What's that? Что это? It's music, of course. Ну, music вы знаете. А of course – конечно. Конечно. Let's go and see. Давайте пойдем и посмотрим. Aloha, welcome. Добро пожаловать. Welcome, добро пожаловать. Woman, это женщина, да, говорит? Вот здесь вот. Она говорит, добро пожаловать. А Ларри говорит, a party. Что такое party? Помните, у нас было birthday party? Это вечеринка, да? Great, здорово. Let's dance. Давайте танцевать. Ну и здесь слова из песенки. We are on our summer holiday. Мы на летних каникулах. We are having lots of fun. Мы веселимся. We are on summer holidays. Мы на летних наших каникулах. Мы играем на солнышке. Итак, дома вам нужно будет послушать меня, почитать, повторять за мной. И еще посмотреть мультик про них. Ну, мультик я вам сейчас включу. Давайте его вместе посмотрим. А потом вы будете читать. Итак, are you ready? Готов? Exercise 3, page 107.
Listen and read. Wow, this is a magic island. Look at the trees. Look at the flowers. What's that? It's music, of course. Let's go and see. Aloha! Welcome! A party! Great! Let's dance! We're on our summer holiday, we're having lots of fun. We're on our summer holiday, we're playing in the sun. Итак, давайте теперь посмотрим. Вот вам нужно будет прочитать этот текстик, а еще сделать упражнение 4. Здесь нужно прочитать будет предложение и вставить пропущенное слово. Now we need page 108. Теперь нам нужна страничка 108. Exercise 2. Упражнение 2. Давайте прочитаем предложение и повторим за мной. The kangaroo king is wearing a jacket and socks. Давайте попробуем перевести. The kangaroo, вы знаете, кто такой kangaroo? King, король кенгуру, да? Is wearing, вспоминайте, wearing это носит, да? Одет во что-то, носит jacket, курточку, and socks, и носочки. Посмотрите, вот эти буковки. Все подчеркнутые буковки, они читаются к. Буковка K читается к. И когда, смотрите, вот эти две подружки стоят вместе, CK, то они просто читаются K. К. Просто читаются к. Вот у нас три варианта. Вот эта буковка, буковка C читается к. Они вместе читаются к. И просто буковка K читается к. Вам нужно нарисовать в тетрадочке вот такую табличку. Вот у нас звук «К». Вот буковки, которые дают этот звук. И переписать вот эти слова в табличку. То есть сюда, в первый столбик, вы напишите слова, в которых есть вот эта буковка «С», и она читается «К». Сюда напишите те слова, где содержится буковка «К». А здесь напишите те слова, где содержатся две буковки «С» и «К». Ну, например, первое слово «Coat». Вот у нас буковка C, мы пишем в первую колоночку. Jacket, две буковки C, K, мы их пишем во вторую. И King, одна буковка K, ой, вернее, jacket, извините, перепутала. Jacket мы напишем вот сюда, да, C, K, где C, K, вот у нас две буковки. А King мы напишем сюда, где просто буковка K. Окей, that's all for today. Goodbye.